Проверка, проверка Ютуба, потому что игра мне лагает. Ну, пока что у меня 60%, я сейчас хотел поприветствовать, Спанч Боб. На этот раз без остатки, надеюсь, он не расстроится. Продолжаем. Все это ПС, я надеюсь, так и останется всю нашу игру. Потому что я еще ухудшил графику, вроде бы, не помню, еще синий, я не знаю. А да, вроде еще ухудшил синий графику, надеюсь, а вот это не очень будет важно, надеюсь, вам важнее, чтобы игра не лагала. Сейчас уже будет лагать. По крайней мере, интро не сильно лагает сейчас. Депортируемся 57 иногда. Пока что 60. Ну давайте, я очень еще уменьшу звук, чтобы меня было очень хорошо слышно. О нет. А кажется, мы будем играть с 20 FPS. Мне кажется, это лучше, что у нас может быть. Звук я уменьшил, да ладно. Так, я помню это место. Я могу их просто забить. Я помню, туда приходить, а не могу стрелять. Так я могу их просто расстрелять. А чё бы и нет, ну серьезно. Будто я хочу добереться и всех расстрелять. Ну хотя бы даже 20 FPS игра не супер сильно лагает. Посмотрим, что как будет дальше. Окей. Окей. Помню, очень сильно умираю в последнее время. Ладно, пошли, короче, мы идем. Я помню, что в этой игре нельзя доверять никому. Точнее, нельзя доверять вообще самой игре, нельзя полностью доверять, потому что... Вот еще была карта, но да, нельзя доверять, потому что... Везде нацисты. Ой, собака. Нет, ну блин, ну давай, умри. Блин, что произошло? Эй, собачка, апорт. Че? А, прикольно, кстати. Но есть все равно какой-то мозг. Рядовой хороший парень. Блин, слишком ничего не слышно. Я думаю, что это не супер хорошо. Почему Юбер написано на немецком? Звук. Давайте сделаем побольше звук. Так, давайте надо будет сюда. Блин, кстати, прикольно, довольно-таки так было. Он спас мою жизнь. Кстати, как она не откусила мне ногу, она вообще так в ногу так засунула в рот, что мне казалось, что он уже откусил. Она откусила мне ногу. А, давайте не будем томить. Давай. Блин, я тебя не вижу. ППС, кстати, увеличивается, когда мы видим роки. Генерал Череп. Мне кажется, пройти всю игру на убили мне не смогу. Конечно, мне придется потом где-то под конец игры и даже, возможно, раньше уменьшить сложность на легкую. Просто как-то быстро умираешь, капец. Враги просто даже не дают высунуть все голову из-за укрытия. Как Watch Dogs. Нет, хотя нет, Watch Dogs это не так происходит, если это сейчас как-то считалось. Но блин, ты не надо то, что он упал. Да он смотрит. Че он так смотрит, блин? А кто я? Не могу точно понять. Вроде тот чувак в наушниках. Это я. Я могу услышать по-русски, не говоря и по-английски. И потому что я не слышу. Да, вроде по-английски говорят.
Ну давай смотреть. Вот он, чувак с наушниками, я тоже с наушниками. Там как? Они уби. Смотрим. Ну так это выглядит довольно легко. Откуда они стреляют? А думаю, они займут стороной. Да, не займут. Ты с аптечкой и один враг. Не один враг. О, могу я права на его ходить? Я не знал. Как же может отходить от них? А что ты? Ну ладно. Это как какой-то выбор. Вообще, правда. Немножко страшно выглядит, если сейчас по реальной жизни. Я сейчас, кстати, умел или так лайм по стенам. Как они вообще держатся? Как они вообще так держатся за стенами? Ведь на самом деле они должны были, если бы они не были за стенами, а хотя, возможно, что-то держат. Я не знаю, просто как они так за стенами лайм по стенам так лайм с помощью веревки. Потому что, ну, не знаю, для меня это непривычно как-то. Я думаю, ну хотя бы возможно. Просто, ну как я думал, они как должны на его висеть прям на веревке и завалить по веревке. Ну да ладно, ничего. Возможно, они просто как обычные. Ну, в принципе, да, они обычные, потому что такие солдаты. А в реальной жизни так тоже. Блин! Просто так еще неприятно. Понимаете, это так неприятно стрелять. Капец, он так идет, стреляет, вот еще вот так быстро убивает, это капец, конечно, это такое место. Ладно, все, не будет больше так делать. А. Здесь контрольные точки тут нормальные, вот такие, давай. Ну я готов, я жду, что сейчас будет кто-то будет. Как прицелить лизерок нельзя, ну да ладно. Боится она выронить из рук. Что будет, нет? Вот вы. Что такое корявое? Что за оружие такое, блин? И попадешь из него, блин. А, это очень, конечно, здесь вообще. Ну ладно. Пока что просто помолчу, идем. А я его убью, наверное. Сейчас же я сюда это убью. Чувак, ты сдохнешь. Ничего, нечестно, ты не можешь сдохнуть. Сволочь. Как нам резать, я уже не помню. Ну так, наверное, скорее всего. Ладно, надо вот можно поставить немножко. Попробуем. Если убить, то не будем ставить. Порезай. Мечажок. Ай, сейчас. Я не буду загадки. А здесь тут нет никаких остальных. Я могу вниз. Я тоже не сходить. Так, где они могут быть? Это типа защищаться от чего? Наверное, от ударов. Давайте сейчас пойдем вперед. Я считаю. Обнаружен два сигнала прямо уж целых. Такой, блин, стелска. Конечно, блин, только на заднем можно стелса. Мне кажется, и мне не стоит это проходить по стелске, это такое место. Блин, мне нужно туда пройти. Там сбила собачка, если меня не заметит. Никого. Если что, я сразу быстренько сменю. Блин, снимение оружие такое неудобное. Не, я думаю, с одним ножом будет лучше. Ай-яй, он превращается. Хотя особо нормально пройти не получится. Ну и так. За углом встанем, короче. Да, это было хорошее. Обязательно кого-то. Я никого не вижу. О, там офицер. Он оборачивается, нет? Ой, собака. Я могу собаку поставить сюда? Есть ли кто-нибудь? Никого нет. Всех собачек. Я могу собаку поставить сюда? Да, могу убивать собаку поставить сюда. Это хорошо. Что продумал. Ай, коняня! Я не знаю, что значит. Я сказал, что подряд. Я хотел сказать. Алфи Дэвэйн, офицер. Где-то еще один есть сигнал. Я понимаю, он там где-то внизу.
И тут внизу. Я не знаю, где находится еще один. Может находиться еще один свинок. Ну, давайте пока что просто походим. Нас. Думаю. Зарез. Что-то было близко. Есть он внизу? Блин, я не знаю, куда идти-то. Всегда могу пропустить, кстати. Ладно, давайте пойдем куда-нибудь сюда. Ой-ой, ой-ой. Пробуем забиться. Не уверен, что смогу тихо это сделать. А, на обыске, пока что обычно все помещение, 17 ВПС, 15, ладно, плевать. Секретка, возможно. Так, не подходим. Отходим. Сюда идем. Отсюда, думаю, и собачку убьем так же. Что, не заметите? Ждать, что вам рассказать? Ну, как ваши дела там? Ну, например, я не знаю, какая ваша любимая фишка? Пишите в комментариях. Где вообще? Куда он? Куда он вообще? Мне кажется, не вернется. Собака, кстати, мне слепа не видит. Если не приехал оттуда, будет как-то немного неприятно. А, долго мне еще уже. Ой, блин, через стену появился, капец. Возможно, нет. Ну, такое чувство, что он там заспавнился. Он идет? Думаю, он идет. Сейчас. Он появится, как я его зарежу. Потом собачку зарежу. Потом кидать, я уже не помню. Нога, наверное. Хотя, наверное, должна быть граната. Его тут нету. Вот ходить так по этому месту, значит мы не сможем убить их так. Какие это гранаты? Да не гранаты! Все. Блин, я не знаю как. Я не помню, какие это гранаты, короче. Так, я понял, лучшее оружие это 2. Быстренько беру, понял? Ой, я же вспомнил, что тут была секретка. А может я иду по правильному пути, а? Давайте еще обыщем. Мы же что-то не все, блин, обыскать с ним. Так, медленно бегаем. Хорошо, ну здесь мы как бы, смотрю, все обыскаем. Давайте, ну, не знаю, думаю, там под картиной, возможно, правильно. И, возможно, тут офицер. Но если что, я потом пройду игру как-нибудь без съемки, проверю. Что это? Что это такое? А, это чтобы посюда расстрелять. Меня как бы не видит. Думаю, можно пройти? Ну, возьму-ка один шлем на него. Я думаю, тут раскрыть не будет, что они еще пострелят пока что. Тут должно быть. Вот я уже вижу одного. Сэра, мы сейчас зарежем, все никого. Никто не любит. Что сейчас было? Ну ладно. О, пистолет с глушителем. Откуда он узнал, что я тут? Я могу туда. А как мне одеть? Это странно. Да я не хотел вообще-то кидать его. Куда его кинул-то? Он пропал вообще. Круто. Меня ждут. Зарежь. Еще раз зарежь. Скоро пойдут. Ай. Где? Я откуда он вообще пришел? Что это за игра такая, блин, которая не видно, что... Где кто-то пришел? Откуда я могу знать, что он придет? Он вообще такой, блин, маленький экран этой игры. Фиг узнать, что тут придет. Это ж капец. Не надо, что сквозь там стены всех расстрелять. Ладно. Подумаю об этом в следующий раз. Не пойдет, я пока что. И туда наоборот нужно будет пойти. Что я вниз тут падаю? Вон документы есть. Это как старый коридор. Это секретка? Нет?
Вообще правильно я думаю, может это... А, наоборот, правильно пошел, фиг его знает. Я пошел, короче, куда я пошел. Я хочу просто все проверить. Я был здесь. Извините, что допускаю. Вообще долго с тебя. О, трофей. Хорошо, куда мне идти вообще? Запутался. Где я был, где я не был. Хорошо, неважно. Сейчас быстренько сходим в картину. Где картина была, я уже не помню. Сходим в картину. Где она была? Руками хожу. Что это за бред? Где картина? Я не помню. Я туда пришел? Я не помню. Нет, да, я отсюда пришел. А их вроде ничего нет, как я помню, сейчас проверю. Вообще, был наверху или я? Нет, я не был наверху. Там находится офицер. Ну, а что можно по столу проиграть? Нет, я не знаю, меня собака убила. Скрыть дверь, но она может пойти через... Ту стену уже сюда можно будет пойти. Да нет. Пойдем сначала вон, наверное, убьем. Могу отходить быстро? Не, да, да, я там одного вижу нас. Был какой-нибудь индикатор, что показывает, что типа тебя заметят, тебя видят или тебя не видят. Хотя, возможно, я кому-то есть. Я не знаю. А, прямо отсюда тут будет более удобный вариант сражаться здесь. Тут что находит один офицер? И нет. Да. Вроде бы я правильно прошел. Вот тут один. Возможно, одного пропустил офицера. Да. А у меня там есть планетины убить всех офицеров. Я думал, что это не все офицеры, а думал, там одного офицера как мне пропустил. Как мне делать? Как там пистолет стоит-то, разработчики? Как я не помню, как проверить навыки, как кино, а не важно. Может, чуть не дошло, если проспойлерил. Да как он услышал, что я здесь хожу? А, собака мясо, скорее всего, услышал. Услышал бы, да. Ладно, тогда устроим неожиданный сюрприз, я возьму такой автомат. И нет. Плевать, возьму такой автомат, проверю этому автомату. Я не может, я уверен, не думаю, что меня слышит вообще. Оу, я вообще хотел бы ничего. Правда, сюда не смогу собаку убить. Вот он офицер. Вот все, не убить офицера. Что у меня за броня такая? Все, он ликвидирован. Еще один немец. В принципе, тут отстреливаться не то, что легко, а... По крайней мере, безопасно. Знаете, даже попасть не могут. Это может занять много времени, кстати. Я думаю, мне стоит выйти сейчас. Кинуть себя гранату. Я кинул под себя гранату. Делать все как хотелось не получится, я понимаю. Могу просто не кинуть гранату. Но уходить тоже как бы не хочу. Там меня собаки поджидают, они меня могут сожрать, их потом... Ладно. Там собаки. Ой, почему мне нравится? Вот тут есть еще немцы, нет? Ладно. Еще потом забью их. Пока что я сделаю за собаками. Открою дверь, сразу выпрыгнет собака. Нужно быть к этому готовым. Быстренько отхожу. Ай, беги. Черт, это было близко. Окей, вот еще одна собака. Черт, я не то нажала. Я не хотел кидать нож, я хотел ударить ножом. Я не докинул вообще. Что это за игра такая? Как я в него не попал? Я же не прицелился. Ну блин, мне теперь еще рассчитывать этот воздух дурацкий. Получи. Я не могу кинуть. Ну все, получи. Представим, что я убил китком.
Я хочу кого-то убить броском, серьезно. Это его подписчик последним броском убил, да ладно. Хорошо, теперь я запомнился, куда нужно идти. Потому что нужно было всех убить. А может быть и нет. Закрыто. Но игру я предзаказал, поэтому, чтобы туда попасть, не нужен предзаказ. Я тут был. Куда мне идти? Какая карта вообще, наверное? Нужно туда. Скорее всего, а тут секрет. А, потом я проверю. Тогда буду перепроходить уже, наверное, на легком буду, кстати, перепроходить, наверное, на самом легком. Скорее всего, буду перепроходить его все. Я бы вообще карту проверить, что я забыла сразу же. Ой-ой-ой! Где? Оттуда. Это что? Там турей. Ай! Обижать. Можно как-то отсюда обойти его? Нет, его нельзя отсюда обойти, он как-то двигнулся. Но его убить с помощью ножа точно не получится, он там так стоит. Готов, что сейчас тут надо. Не, стрелять. Снизу? Здесь состояние, окей. Окей, это была не самая лучшая идея. Ешь! Я вообще-то говорил, ешь, ну да ладно. Скажу теперь. Вот так вот. А, я ничего даже не успею понять. Я люблю так играть. Ну, нет, в принципе, с начала игры довольно-таки прикольно. Я думаю, уже долго снимаю. Ну, я надеюсь, что фраз поделит это на несколько частей. Я могу, в принципе, с собой забрать, что бы. Если что, я могу уже сказать пока, что, возможно, долго снимал. Пусть в следующей серии. Но я все еще снимаю. Короче, всем пока. С вами был SpongeBob. Подписывайтесь на канал. Всем пока. А возможно, это... Хотя... Ну, да ладно, я уже сказала пока. Это, наверное, уже вторая серия, это не плевать. Я все равно это поделю на части, если это будет слишком долго. Если сейчас недолго, то мы продолжаем. Я не буду чего-то описывать. Бегать я не могу, это факт. Там все звук очень много. Я могу, в принципе, их расстрелять из пулемета, но ничего не мешает сделать. Не, наверное, в этом и есть идея всех расстрелять с помощью пулемета. Хотя, в принципе, их можно расстрелять из пистолета, в чем проблема. Но, тут просто много патронов там. Да что такое? Тут еще. Там еще пошерсти. Я не могу бегать. Давай. Да блин, тут много как-то. Как-то слишком много. Это наш, это наш. По крайней мере, мне игра не говорит, что он плохой. Да, это наш. Эй! Что-то такое? Да их вообще всех убить, или там как-то много, нет? Ладно, не смешно. Ай, почему их так-то много? Как их убить? Я думаю, мне здесь пулемет не самое лучшее решение. Но хотя, возможно, я просто самое лучшее, я не знаю. Но там слишком много как-то. Я даже не представляю, как всех можно убить. Мне нужен этот пулемет взять. Я представляю. Не хватает гранатомета, если честно. Серьезно. Я думаю, что такие времена был гранатомет, но я не думаю, что в те времена были роботы и какие-то киборги, блин. Поэтому, кто его знает. Кстати, ну там в пулемет, ну в пулемет сидится. Ну кто же там пулемет все. Там шлер, кстати, такой. Я попробовал его расстрелять, его по мордашке попасть. Получилось. Сейчас не, но на пулемет, скорее всего, не буду засылать, теперь на него другой ответ. Напором говорите, а могу туда просто вернуть. Ну я не хочу этот пулемет. Ай-яй. Это ж мне сейчас расследует этот пулемет. Это плохая идея. Забирай просто пулемет. Мне сейчас расстреляют пока там. Уже все верхний. Жалко, что я не могу прицелиться. Без такой прицельной у меня получается, понимаешь?
убьем. Там только это были. Ай! Ай, беги! Ее! Ой, там книга. Ой-ой, анимаш, крутя расставишь, господи, книга. Это будет. Это была книга. Понялась. Они там сверху находятся. И когда теперь. Это не их купто, что он так далеко, это я такой вообще. И не упрецать нельзя, плохо. Это делает все плохо. Он там, не здорово. Как-то троны. Я думал, что внизу никого нет. А троны? Уж максимум. Смотри. Все. Все. У меня кончится патрон. Поставлю-ка. Я скорее всего поставлю ее обратно. Станет рей. Мне должны. Да, не перезарядить патроны. А я могу сейчас получить еще патроны. И уже не смогу. Я получаю патроны, а здесь бесконечный. Потом еще один. Yeah. Конечно, она такая еще неудобная, но да ладно. Да, их не всех убили. Ай, боже мой. Я не знаю, мне идти с пулеметом или нет. Не пойду с пулеметом, так это займет очень долго времени. Я бы с удовольствием скоро. Ну, значит, пробую скоро сидеть. Честно, как вообще его ускорять? Да, сейчас музыка какая-то будет играть, если я смогу. Может быть, не будет ничего. Но... Такую балку. Прям, блин, мне в голову вообще, блин, кинул, чтобы... Сейчас бы мне вообще, блин, голову своей этой палкой, блин, проткнул, прям бы я, блин, на голову кинул. Что за дурачок такой, ладно? Они туда сзади, они через эту палку, а, они туда провалились, то есть они через эту палку, они надо туда провалиться? Что это было? А, вот он принёс. Принёс с разбега, но, блин, я с помощью не смогу когда-то прыгнуть, возьму как два ножа. Нет, если я буду прыгать двумя ножами, то один нож 100% упадет. Возьму. Дай гранату возьму в руку. Если нажму на удар, то он кинет гранату. Да, он кинет гранату. Это просто проверка, ничего личного. Но мне не нужен пистолет, то есть пыль. Пью! Я не могу. Это вообще такая какая семейная картина. Я должен вообще это сфоткать, наверное, сейчас, секунду. А, окей, вроде работает, я не знаю, я не вижу фрапс. А, потому что я надеюсь, я снимаю то, что если не снимаю, то мне придется перепроходить всю игру. Я не знаю, какую я сложность сейчас играю, я хочу просто проверить, вдруг я сейчас не проверю сложность. Да, все нормально. О, дай посмотрим на трофеях. А. Включить давайте, я думал, что-то другое, что будет, но... Хорошо, то есть, пулемет мы не сможем забрать, потому что с пулемета бегать нельзя, я просто упаду вниз, ну, бегает главный герой в этой игре очень медленно, но, ну, ладно, возможно, это лучше игра лагает. Да. Блин, я боюсь, возможно, я не снимаю. Секунду. Да вроде я снимала, ну все. Кроме прыгнуть. Раз, два, три! Что, ты смотришь вниз? Не смотри вниз, главное правило. А, типа, можно туда упасть немедленно. Ой-ой, мы сейчас, кажется, упадем все. Ай! Такой, блин, Кайми такая прилетела. Привет! Hello! Я как бы по лицу. Это такая, типа, ловушка, и просто я толстый очень был. Это бред. Я ноги сломал. Где это мы? О, это как вот-вот.
Он типа еще был жив. Но как он вообще выжил-то? Ну как он вообще выжил то, что ему спину вскрыли? Ну блин, это выжить даже нельзя, как он вообще был жив? Что, дверь открыть? Как? I'm sorry, I thought it was for the door. Крематорий, так это ж печь, они смогут нас... Они хотят нас сжечь. Это логичная идея. Что я могу сделать? Я могу это уничтожить? Ключ? Где я могу найти ключ? На время типа? Открывай! Я не могу открывать ничего. Как я могу антипичить, не могу ничего сделать? Ебать, скелетой. Окей, что здесь у нас? Ничего. Ключ. О, аптечка, спасибо. О, ключ! Подай ключ! Давай. Открывай, как же чувак без ноги? С ногой. Я его спасу. Давайте, вы идите. Хромоножка. Иди, 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 все. А он выживет? Он выживет. Он горит. Что не так? Слушайте. Ой-ой-ой. Не, ну только, ну что ты его убил? Подходи ко мне. Сзади, наверное, нужно стрелять. Там сзади у меня какой-то есть... Что это понравилось? Ну, давайте. Я сзади проверим. Что я могу сделать? Я не могу ничего сделать. А ну я могу... А чё они, да, такой, типа, от него убить дико, и как-то ему вань, чтобы сбежать? Ну, это же нечестно тогда. Закончились патроны. Стрелу. Давай какой-то штука. Я могу забрать его броню, кажется, да? А, респиратор уже уничтожит. Блин, на патрон кончается немножко. Ой, а могу забрать? Нет. Я попал в кул, все. Ау! Вау, он прям так пропал, исчезнул прям. А нет, он вообще не оттуда попал. Ну, он сдох. Оно прям вообще его яйцо уничтожило, он сдох. Нас могут, не могут ли нас просто взять и стену уничтожить? Придет. Я думаю, уже никто не к нему придет. Да тут какие-то звуки я слышно, но не похоже на ходьбу, что он типа отвернулся. Что сейчас будет? Может они газ пустят? Они же могут сюда газ пустить какой-нибудь усыпляющий. Что же сделать? Ну что, я не могу ничего сделать. Игра поганула, может быть. Ой. Халя. Бью. У него бронебойное стекло, конечно. Доказал. Черт. Не надо просто газ пустить. Дурак. Сейчас я готов. А я сразу понял. У меня руки не сломаются. Что произошло? Почему? Он даже не умер. Мои дикие, снова. Я потерял счет. Ой, чувак с респиратором. It's a dying tongue.
You? I've seen you before. Oh, I like you. Such a resilient specimen. Ну, сумасшедший какой-то, доктор, блин. Я все пригодился. Здесь у меня будет, типа, выбор в этой игре. Вообще, в этой игре есть выбор. Твои. Не вообще нет глаза одного. Его не надо убирать. Кстати, не подходит. У меня глаза нету даже. Он сейчас его прям возьмет и убьет. Зачем ему глаза? Да этих чуваков с респираторами. И ему нужны свои глаза. Он же не будет коты, свои глаза бы не вырезать. Зачем вам вообще глаза? Там глаз. Что ты хочешь, чтобы я выбрал кого убить? Планки мне убрать. Я не хочу. А значит, должен выбрать. Ну, тот сам был пилотом, как бы. А это меня спас, и он сказал, что я отплачу ему с процентами, поэтому мой черед. А чем он меня спас? Он просто меня посмотрел. Живой, блин, я в самолете, блин, офигенная помощка еще у него была, блин. У меня даже не помню. Ну, вот меня спас с процентами, меня причем спас, поэтому я его убираю. Really? Да, это. У меня есть второй. А, с его стороны то второй, наверное. А, может быть и нет. Сейчас он вырежет глаз, но даже... Это ж капец. Генерал Чет. Не убил. Что, он хочет нас сжечь? Хочет нас сжечь опять, ну блин! Не, ты останься, типа охраняйте мы. Auf Wiedersehen. А, нет, он говорит Auf Wiedersehen. Вайт. В принципе, я могу потом пройти игру, я сделаю, подыграть мне. Что он хочет? А, да. Давай, бери. Что должен сделать? Вообще, типа, аркерос, давай. Демс. Куда я вообще ему воткну, блин? Я типа ему... А, я ему типа убрал его респиратор, то есть... Что дает ему жить? Так. А, должен сильно расключить. Не могу ничего сделать. Не могу ничего сделать, что я должен делать? А я могу ничего сделать, извини. Как куда играть? О, я должен это делать.
Куда он попал? Чем ты обсидешь? Да он псих, мне нравится. Давай, что ты хочешь? А, он замуть умеет. А, я думаю, что если бы я выбрал другого, то он бы мог что-то другое дать. Я сейчас снимаю скорее. Снимаю вроде, хорошо. Сейчас, секундочку. Замуем. А, типа двигал так замок, окей. Я умер. Я понялся. Хорошо, попробуем еще раз понять. Он сам не может это сделать? Что? У меня, кстати, руки вернулись мои обратные из войны. Да. Давай. Уходим от... Вот, все. 53 выпадает. Оо, он свой. Он что свой? У него он свой мозг потеряет, что ли? Ну как, он же порезал ему просто лицо. Или это типа там он ему мозг порезал. Скорее всего. Не знаю. Вообще выживет. И он сразу же умрет, мы будем играть в него персонажа. Нет, я не думаю. Ну что, станет психом? Это ж неприятно, это не прикольно. Ну да ну. Машин Гейнс? Это как машине. Ну ладно, возьми это слово, потому что занимает, ну блин, как-то знакомое слово. Пойду ему так прям на ярку попал. Попал бы на ярку. О, блин, я когда что-то ему ногу трогал. Если бы он не попал на эту ветку, то он бы сдох, наверное. Потому что он бы занул. Не могу понять по звукам. Я не могу понять по звукам это как эти там немцы или нет. Я не понимаю по этим картинкам, что происходит. Наверное, мозг поразился. Как я понимаю, да. Ну, в психбольнице у него мозг потерялся. Почему? Почему? Я ничего не знаю от реальной жизни, поэтому возможно так. Если бы мозги были прямо с малкой, то он бы сдох. Ты кто говорит, смерть? Попутился. Так, что происходит, да?